В район Биржансал переданы три новые машины скорой помощи. Специальные автомобили оснащены необходимым медицинским оборудованием. Современную технику подарила компания «Казатомпром». Каждая секунда важна для врачей. Для этого им в ответственной миссии помогают, во-первых, знания, во-вторых, техника. Учитывая это, товарищество «Казатомпром» передало жителям отдаленных населенных пунктов автомобили. Благодаря «Казатомпром» в наш район привезли три машины для оказания медицинских услуг. Двое из них поедут в два села нашего района. Одна из них останется в этом городе. Мы очень благодарны главе района. Здесь в комплектации электрокардиограмма, комплектация этот, ингаляция. Да. Это набор, химический набор, там со всеми экстренными случаями в наборе есть. Вот там монитор, фирма Philips, сенсорный баллон, дефибриллятор внизу стоит, да. Кислородный баллон, отсосы. Из трех техник две машины скорой помощи, один реанимобиль. По словам специалистов, в районе изношены машины скорой помощи населенных пунктов. Поэтому новые автомобили, оснащенные современным оборудованием, необходимы. Напомним, в Биржансал в этом году начато строительство поликлиники. На это из бюджета выделено 3,2 миллиарда тенге. Вероника Цветкова, Самал Искакова, Миргуль Аяханова, Кукче Акпарат.